Здесь в доме есть мой собственный стол в комнате Ивана Петровича. Когда я утомлюсь совершенно до полного отупения, то бросаю все и бегу сюда. И забавляюсь этой штукой час-другой. Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах. А я сижу подле них и мажу. И мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе нечасто. Раз в месяц. Теперь смотрите. Сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Светлые темно-зеленые краски означают леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились козы, лоси. Я тут показываю флору и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки и, как говорят старики, птицы всякой. Была сила, видимо-невидимо. Кроме сел и деревень, видите, там-сям разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много, по голубой краске видно. Например, в этой волости голубая краска легла густо. Тут были целые табуны, и на каждый двор приходилось по 3 лошади. Теперь смотрим ниже. То, что было 25 лет назад. Тут уж под зеленью 1/3 всей площади. Коз уж нет, лоси есть. Зеленая и голубая краски уже бледнее и так далее, и так далее. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. От прежних выселок, хуторочков, скитов, мельниц нет и следа. Налицо картина постепенного и несомненного вырождения, которому осталось каких-нибудь 10-15 лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурное влияние, что старая жизнь естественным образом должна уступить место новой. Да, я понимаю, если на месте истребленных лесов прилегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, если бы народ в уезде становился здоровее, богаче, умнее. Но ведь тут ничего подобного. В уезде те же болота и комары, тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование. Это вырождение от косности, от невежества, от полного отсутствия самосознания. Когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы спасти своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем можно утолить голод, согреться. Разрушает все, не думая о завтрашнем дне. Разрушено уже почти все. Взамен не создано ничего. Я по лицу вижу, что вам это не интересно.